Здравствуйте! Космические аппараты, которые ищут признаки жизни на других планетах, настроены на обнаружение воды. Потому что без воды жизнь, как ее понимают ученые, невозможна. К примеру, вода способствует поддержанию климата. Водяной пар в атмосфере защищает Землю от интенсивного тепла, исходящего от Солнца. Но как не важна вода для планеты в целом, еще важнее она для живого организма. Давайте мы с вами посмотрим, сколько воды человек теряет, сколько у нас с вами идет потеря в день, для того, чтобы понять, сколько нам нужно восполнять этой воды. Через почки идет потеря примерно литр-полтора, это в сутки. Через кожу пол-литра, через легкий кишечник по четверть литра, по одному стакану. В общей сложности это получается 2-2,5 литра. В день или 8-10 стаканов. Есть ситуации, когда повышается расход воды, и соответственно этому нам нужно увеличить и потребление воды. Когда идет сильное потоотделение, то есть высокая температура тела, высокая температура окружающей среды, нагрузка физическая, если, например, болезни дыхательных путей, человек одышка, и когда человек дышит, он всегда воду теряет, с паром уходит вода. Пар – это и есть вода. Сухой воздух. Опять же, чтобы его увлажнить, на это идет вода. Потери воды, рвота и диарея, то есть понос, идет большая потеря воды. Кормление грудью, идет тоже расход воды. И употребление продуктов с высоким содержанием белка, сахара и соли. Везде в этих ситуациях воды нужно больше. Поэтому это тоже нам нужно учитывать. Итак, сколько нам нужно воды? Из того количества, которое мы теряем, около 3 стаканов в среднем в день мы восполняем вместе с едой. Около 1,5 стаканов образуется внутри нашего организма в процессе обмена веществ. И, наконец, все остальное, 5-6 стаканов минимум нам нужно выпить воды. Минимум. Это норма, ниже которой нам нельзя опускаться. Есть варианты, когда больше нам нужно употреблять воды, но 5-6 стаканов – это минимальная норма. И еще при избыточном весе добавляется 1 стакан на каждые 10 кг лишнего веса. Не общего веса, а лишнего веса на каждые 10 кг. Когда нам нужно пить воду? Когда? Можно, конечно, сказать, что раз она мне нужна, все, я иду, и я буду ее пить там литрами и ведрами. И очень часто мы наших гостей предупреждаем о том, чтобы они этого не делали, потому что стоит об этом не сказать, не предупредить, и смотришь, человек уже там 2 стакана, 3 стакана, 4 стакана за раз, думает, что чем больше, тем лучше. Но в этом тоже нужна своя мера, разумность нужна. Обязательно нужно увеличивать нагрузку постепенно на организм, потому что если организм не привык, он очень может даже тяжело это воспринимать. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с сердцем и с давлением. То есть если для человека вода непривычна, то она действительно сначала, особенно если ее сразу много выпить, то есть даже 2 стакана для такого человека одновременно за один раз – это много. Если ее выпить сразу столько, то повышается объем крови и может повыситься давление. Как ни странно, хотя мы говорим, что недостаток воды тоже приводит к давлению. Что касается давления, если проблема с давлением, что делать с водой? Воду нужно пить постепенно, то есть постепенно имеется в виду в течение дня, в небольших количествах. То есть за один раз не больше 1 стакана. Или даже меньше, может быть, даже 0,5 стакана за один раз. И потом просто на протяжении дня ее пить. Это один момент. Второй момент. Если у человека проблема с давлением, то мы советуем ограничить соль где-то 1/2 чайной ложки в день. Это вся та соль, которая входит во все продукты. И готовые, и те, которые человек сам готовит. Ограниченное количество, потому что соль, она задерживает воду. Иногда мы назначаем такие травы с легким мочегонным эффектом, чтобы вода, которая поступает, она бы не застаивалась там, где не нужно, а выводилась. То есть
человек пьет воду, но одновременно он как бы за счет вот этих мочегонных трав перераспределяет ее в организме, чтобы она нигде не застоялась, а вывелась. Причем, если человек пьет мочегонные без воды, то они не будут действовать, потому что гнать нечего будет из организма, потому что именно на воду они действуют. То есть здесь несколько факторов нужно учитывать. Это если у человека давление, если давление. Это просто я вот некоторые особенности сказала. Все-таки, как нам нужно пить воду? Если мы говорим, ну вот, например, 6-8 стаканов, среднее такое употребление, это 6-8 стаканов. 2 стакана, например, утром до завтрака. И потом по 2-3 стакана между завтраком и обедом, между обедом и ужином. По 2-3 стакана. И если вы, например, пьете, вот у нас вы получаете, например, травяной чай, то можно вот этот вот чай считать за воду, с учетом того, что в нем нету там меда, сахара, то есть нету того, чтобы потребовало переваривания. В 1952 году предпринималась одна из попыток покорить гору Эверест. И в этой экспедиции участвовал человек по имени Джон Хант. Когда вот эта экспедиция, она была неудачной. Буквально за несколько сотен метров до вершины горы участники были вынуждены повернуть назад, потому что они были совершенно обессилены. Совершенно обессилены. Эдмонд Хиллари, человек, который участвовал в другой экспедиции, он проанализировал, почему вот так вот произошло, почему было поражение вот этой вот предыдущей экспедиции. Дело в том, что проблема уже была у людей с водой, когда они подходили к вершине, потому что на одного человека уже приходилось где-то около 2 стаканов воды в день. А представьте себе еще и нагрузки, физические нагрузки огромные. То есть им катастрофически не хватало воды. Но вначале это вроде бы никому в глаза не бросалось. Следующая экспедиция, которая состоялась через год, каждый участник экспедиции, он был обязан нести с собой приборы, которые растапливали снег. И они обязаны, просто буквально вменялось в обязанность, пить воду. Они должны были выпивать до 12 стаканов воды в день, 3 литра они выпивали. И вот эта экспедиция, она была успешной. 1953 год, это год покорения Эвереста. Употребление воды, оно было далеко не на последнем месте в том успехе, который имела эта экспедиция. Заканчивая нашу лекцию, я бы хотела пожелать вам, чтобы вы научились правильно пользоваться водой, чтобы вы умели ее употреблять и помнили, что это очень важная вещь для нашего здоровья. Гидротерапия – это метод оздоровления, который знаком каждому. И мы в своей семье очень часто им пользуемся. Сейчас я вам кратко расскажу о том, как мы делаем эту процедуру. Нам нужен тазик с холодной водой, у нас синенький тазик, и тазик с теплой водой, у нас желтенький тазик. В желтеньком тазике вода 36-37 градусов. Это температура тела, чтобы было приятно окунуть ножки в эту водичку. Настюшенька, пожалуйста, поставь ножки. Вода, она только приятна, но нужно, чтобы вода разогрела ноги. Поэтому мы добавим горячей воды из чайника. Сейчас мы смешаем немного. О, вода тепленькая. Нормально? И мы держим 3 минуты в теплой воде, чтобы ножки наши разогрелись. У нас время подходит к концу, уже 3 минуты. И на 30 секунд мы ножки ставим в холодную воду. Вода контрастная, но приятно. Детям обычно, чтобы не было, они начинают визжать от холодной воды, и чтобы им было приятно, можно встать и чуть-чуть потоптаться ножками. Обычно летят брызги, детки смеются, если эту процедуру проводят в ванне. И смех, и эти контрастные ванны очень укрепляют иммунитет.
это можно проводить 2-3, а может быть и 4 раза, если это приятно. После холодной ванны мы вытираем ноги насухо. Сейчас мы вытрем ножки, что у нас, чтобы разогрели. Несмотря на то, что мы закончили на холодной ванне, но ножки у нас теплые. Для того, чтобы тепло было сохранено, Настёшенька, приляг. Мы кутаем ножки простынкой. И отдохнем. Отдохнуть можно после этой процедуры. Очень приятно, даже детки иногда могут уснуть. Для тех, у кого больные суставы или есть проблемы с венами, то эту процедуру лучше заканчивать в теплой воде и тоже прилечь и отдохнуть. Принимайте эти процедуры и будьте здоровы! Имидж – ничто, жажда – все. Этот памятный рекламный слоган был связан с утолением жажды с помощью газированного напитка. Тем не менее, известно, что сладким напитком утолить жажду невозможно. К сожалению, вопреки мудрому совету рекламы, мы все-таки размениваем свои действительные потребности на красивые фантазии. Иногда это обходится нам очень дорого. Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Все мы не раз слышали, что газированные напитки вредны для здоровья. Но реклама этих напитков настолько красочна и увлекательна, что хочется верить больше ей, а не рекомендациям врачей. Отметим, что мы говорим именно о сладких газированных напитках. Не путайте с газированной минеральной водой, которая является целебной. Углекислый газ добавляется в нее в качестве консерванта. В конце концов, минеральную воду всегда можно освободить от газов, дав ей отстояться. Но вернемся к газировкам. Вред напитков, о которых мы будем говорить, связан отнюдь не с газом. Итак, что же содержится в сладких газировках? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратить внимание на состав напитка, указанный на этикетке. Одним из первых бросается в глаза обязательное наличие консерванта. Это и неудивительно, ведь в сладкой воде есть сахар или его заменители, а это отличная пища для бактерий. Чтобы избежать размножения этих бактерий, производитель насыщает напиток консервантом. Обычно это бензоат натрия. Этот традиционный консервант используется в частности в майонезе. Но это вещество никак нельзя назвать безопасным, поскольку бензоат натрия повреждает систему клеточного дыхания. Это приводит к преждевременному старению. Если производитель добавил в напиток еще и витамин С, о чем он с упоением будет говорить в рекламе, то он от этого не становится полезнее. А все потому, что в результате химической реакции между витамином С и консервантом образуется ядовитый бензол. Становится очевидным, что газировка с добавлением витамина С даже опаснее, чем обычная. Но дело не только в консервантах. Ведь в газировке есть и другие обязательные компоненты. Ну, в частности, красители, многие из которых могут вызывать психические нарушения. Например, гиперактивность у детей. К сожалению, доказать такую связь бывает очень сложно. Поэтому от появления красителя на рынке до его запрета может пройти много лет. И сотни необратимо пострадавших детей. Ничем не лучше красители и ароматизаторы с усилителями вкуса. Ведь искусственно усиленный вкус газированного напитка является аномальным раздражителем для человека.
Сегодня есть немало исследований, в которых показано наличие психического и даже физического привыкания к искусственно усиленным вкусам. Также известны факты повреждения сетчатки глаза и нервной системы, развития гастритов и других заболеваний вследствие употребления пищи с химическими ароматизаторами. Многие из газировок содержат аспартам Е951. Это синтетический сахарозаменитель. На данный момент он официально запрещен к использованию в детском питании. Поэтому не следует давать привлекательные шипучие газировки тем, кто еще не прошел порог физического становления, кто еще растет. Это зависит от нас, родителей. Исследования подобных веществ многочисленны и результаты известны. Вопреки рекламе, потребление напитков с аспартамом не утоляет жажду. Слюна плохо удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, поэтому после употребления напитков с аспартамом во рту остается неприятное ощущение приторности, которое хочется снять новой порцией напитка. В результате напитки с аспартамом становятся напитками для возбуждения жажды, а не для ее утоления. Можно добавить несколько слов о бутылках из-под газировки. Один из компонентов пластиковых бутылок – бисфенол, опасен для человека. Если бутылка новая, его количество в напитке относительно невелико, но при повторном использовании он растворяется гораздо интенсивнее. Особенно опасно повторно использовать пластиковую тару для молока и растительного масла, поскольку этот самый бисфенол лучше всего растворяется как раз в жирах. Это вещество даже в минимальных концентрациях может вызывать отравление и отрицательно влиять на половую систему. И еще один факт. Любой продавец или мастер по ремонту стиральных машин скажет, что импортная газировка очищает машину лучше всего. Дешево и сердито. Легко представить, что и как разъедает и растворяет в нашем желудке эта гремучая смесь шипучих консервантов и красителей. Так что сладкие газированные напитки – худший способ утоления жажды. Вместо них лучше пить простую воду или минеральную, морсы или охлажденные отвары собственного изготовления или ближайшего производства. И только тогда девиз «Не дай себе засохнуть» будет иметь смысл. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы! Даже такая устрашающая информация порой забывается, когда в летнюю жару вы видите в магазинном холодильнике охлажденные сладкие напитки. Как противостоять искусу, особенно если вы хотите пригласить гостей и угостить их чем-то особенным, несмотря на жару? В случаях, когда не удается обойтись водой, можно воспользоваться одним из многочисленных рецептов полезных летних напитков. Идеальный рецепт должен соответствовать двум правилам. Содержать минимум калорий и не иметь кофеина или алкоголя, поскольку они оба вызывают обезвоживание. Вот несколько примеров таких напитков. Безалкогольный мохито. Мелко нарежьте пучок мяты и лайм. Уложите в стакан. Можно добавить 1-2 кусочка коричневого сахара. Измельчите все вилкой и залейте минеральной водой. Еще один интересный напиток – имбирный. Благодаря имбирю он улучшает кровообращение и организм быстрее насыщается влагой. Итак, имбирный лимонад. Натрите небольшой кусок свежего имбиря, добавьте 2 столовые ложки сахара и сок 2 лимонов. Хорошо разомните вилкой и залейте 300 мл газированной минеральной воды. Оставьте на 5 минут, затем процедите через сито и положите в стакан веточку мяты. Хорошо помогает бороться с жаждой клюквенный морс. Он делает кровь более жидкой. А вот в Турции в летнюю жару уличные торговцы любят разносить в специальных плошках огурцы в кубиках льда. Они снимают острым ножом шкурку и дают желающим сочный плод, который прекрасно утоляет жажду.
Название этого овоща кажется нам исконно русским, но на самом деле оно происходит от греческого слова «неспелый». Это имя подчеркивает уникальную особенность растения. В отличие от его родичей, арбузов и дынь, которые чем спелее, тем вкуснее, этот овощ мы предпочитаем есть недозрелым. Имя ему – огурец. Возможно, именно огурцам мы обязаны открытием Америки. Христофор Колумб добавил в рацион моряков, привычно состоявшие из солонины и сухарей, свежие соленые огурцы. Возможно, благодаря этому его команда смогла преодолеть огромный Атлантический океан. Дело в том, что хрустящие плоды богаты веществами, которые важны в обмене веществ. Кроме того, они помогают усвоению других продуктов. Огурцы возбуждают аппетит. Это качество нетрудно проверить на себе. Просто припомните свежий аромат первого после зимы огурчика. Кроме того, он способен снизить уровень кислотности в желудке, избавляя от изжоги. Последнее свойство связано с тем, что огурец – это щелочной овощ. Если в организме нарушен кислотно-щелочной баланс, то человек будет подвержен заболеваниям. Это также утяжеляет течение многих болезней и вызывает проблемы с кожей. Салаты с огурцом помогут выровнять кислотный дисбаланс. Огурцы на 95% состоят из воды, но не из обычной, а той, что помогает растворяться многим ядам, накапливающимся в организме, а также выводит шлаки. Огурцы могут оказаться весьма кстати, если надо утром срочно привести себя в порядок. Если вы не выспались, огуречный салатик поможет убрать припухлость вокруг глаз. А чтобы усилить эффект, приложите к векам кружочки огурцов. Ясный взгляд вам гарантирован. Если каждый день есть свежие огурцы или пить их сок, можно добиться расщепления камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. А значит, это же средство может служить и вкусной профилактикой этих проблем со здоровьем. Выглядит как огурчик, говорят о свежем на вид человеке. Действительно, огурец может внести свой вклад во внешнюю привлекательность. Благодаря богатому содержанию кремния, огурцы улучшают состояние кожи и волос. Еще наши прабабушки придумывали использовать зеленый овощ, чтобы избавляться от веснушек. Косметология сейчас признает действенность лосьонов из огурца. Огуречный сок освежает и отбеливает кожу, придает ей бархатистость, очищает от угревой сыпи, веснушек и пигментных пятен. Регулярно массируйте огурцом кожу, и вы увидите, как посвежеет ваше лицо. Даже Наполеон был фанатом зеленых пупырчатых огурчиков. Известно, что он объявил большую награду за секрет сохранения свежих огурцов в долгих походах. И хотя в пересчете на современную денежную систему это был гигантский приз, примерно 250 тысяч долларов, ее никто так и не получил. Свежими огурцы остаются совсем недолго, дня три от силы. Именно в свежих, особенно в маленьких огурчиках, содержится максимум витаминов. Если вы сами выращиваете огурцы, то можно на некоторое время продлить этот период. Сделайте из огурцов букет. Опустите сорванные огурчики в воду хвостиками вниз. Если жидкость регулярно менять, то они сохранятся свежими неделю и даже больше. Огурцы могут принести много пользы. Но надо научиться правильно их выбирать. Они не должны быть вялыми и желтыми. Слишком блестящая кожура может говорить о том, что огурчик перекормили нитратами или обработали воском. Самые полезные – небольшие огурчики. Но даже у них стоит обрезать кончики, потому что именно в них могут концентрироваться нитраты.
Чтобы сохранить всю пользу, которую несут огурцы, старайтесь избегать приготовления блюд из них трех вещей – тепловой обработки, терки и уксуса. Вкусная и оригинальная закуска получается из разрезанного вдоль огурца, смазанного тонким слоем аджики. А если смазать огурец медом, получится старинное русское блюдо. Попробуйте! Приятного вам аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу! В русском языке слово «жажда» может выражать потребность не только в воде, но и самые разные острые желания. Жажда знаний, жажда любви, жажда славы. Человек может жаждать утешения, мира, взаимопонимания. Испытывая духовную жажду, человек может страдать не меньше, чем от недостатка воды. Может быть, прямо сейчас вы пытаетесь отвлечься от переживаний о какой-то серьезной проблеме. Тогда именно вам я хочу сказать, что в вашей беде вы не одиноки. Тот, кто создал Землю с ее сложными физическими законами, имеет достаточно мудрости, чтобы помочь вам. Творец ищет возможности защитить вас, и об этом много раз сказано в Библии. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их и не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Пришло время прощаться. Пусть ваш дом никогда не оставит Божье благословение. Будьте здоровы и счастливы!